находимся на Залане, понедельник сегодня. Рынок в районе Оба по понедельникам. Идем на овощи, фрукты. Здесь заканчиваются вещи. Вещевой не знаю, будет или нет. Уже вечер, как бы сейчас они уже складываться начинаются. Будем смотреть цены на клубнику и все остальное. Мерхаба. Как всегда, часы за $15 можно купить комплект. Полный. И большой выбор пола, футболок. Семь на YouTube, да? Угу. Мерхаба. Нормально. Поздно пока вышел. Есть канал же? Так, сейчас я вижу уже клубнику. Клубника органик по 10. Виноград по 6. Какой крупный. Так, давайте пойдем в тот ряд, там больше всего связано с тем, что вы любите. Очень жаркий день сегодня. Кукуруза 5 штук, 5 лет. По 3 винограда такой. И жир. $1 написано. Пёсик 8, больше 10. Интересно, есть ли у кого-то черешня? Персик 8, что-то персик дорогой все. Душа 8, тоже найдешь. 5 лир, такой жир, 10, 2 знакомая штука. Черешня есть, цены не вижу, черешня есть. А у наших чуваков тоже виноград по 4. Шалат по 4, у наших тоже есть черешня. 5 у них, вот он, черешня занят. Мерхаба! О, брат! Занят, почему? А, по 5. 5 лир! Эльма, армут, эрик, 2 кило 5 лира! Так что черешня еще есть, еще и по 5. 2 кило 5, 2 кило 5, 2 кило 5, 2 кило 5, он говорит. Это яблоки. Игрушки. 5. Ели мы? Все шарвы от ушебе. Севигизм мэнгидир. Курбачи! Эльма, армут, эрик, 2 кило 5, 2 кило 5 лира. 2 кило 5, 2 кило 5. Такие в тот раз покупал. Слива по 3, слива тоже у них покупал, еще слива тоже есть. 4 слива, груша, 5 персик, 6. Бананы немножко сейчас подешевели, маленькие по 5 совсем. 5. Не, ну не от размера зависит, от чего-то другого. Есть по 5, есть по 7,50. Виноград 5.
Арба, наши овощные. Привет. Они, как всегда, тут и редьки, и свекла, и морковка, и зелень. Этот самый корень сельдерея. Лучок зеленый. 4 лира, 5 лира, 3 лира. Дор 4, больше 5, луч 3. Цены вам сейчас рассказали. Чок гузель. Красивый. 5 лира, 5 лира. 4, 5 лира. Пусто. Он здесь перебирает. Букало мраба. Все пусто. Жарко сегодня, да? Очень жарко. Целый день сегодня мучился. Жара такая. Даже борщ варить не буду, пока жара такая. Фух. Смотрите, сколько людей. Туристов очень много ходит сейчас, конечно, тоже. Авокадо 3 штуки, 10 лир, маленькие вот, 2 лиры. Какие красивые, это томатная паста. Наш любимый продавец Марба. Жена не приходила еще, а то уже там несколько собирались. Ананас. Орешки. Помидоры красавцы по примеру. Проще по примеру. Hadi bakalım bir tane var anca yiyen bilir. Evet buyurun. Желтенькие помидоры, такие вот маленькие, смотри, ух, арбузы, ё-моё, сколько ж он весит, а? Смотрите, какая красота. Половинка весит килограмм 10, больше даже. Надо. Сколько ж он целый весит. Лира 50 кило арбузы. Ох, аж здоровенный. И вот мы выходим, проходим дорогу, и дальше начинается еще часть вещевого рынка. Ну, они уже складываются все. Ходить здесь не будем, в принципе. Так, что у нас по времени? По времени еще пару минут есть. 3 евро. 4 штуки 10 евро. О, привет. Привет, как дела? Туристы есть? Есть туристы. Есть. Покупают? Да. Мало. Хуже, чем в прошлом году, да? Да, в прошлом году лучше. Ой, жарко сегодня. Это нормально очень. Сухара вот Вот и вот тут рынок тянется к отелю Blue Wave Suite Hotel. Он идет, там заканчивается. Приходите к этому человеку, он тут всегда в этом месте. Ладно, увидимся, пока. Фух, пойду в сторону моря. Сегодня решил не купаться. Там вроде бы опять волны, у меня ухо болит. Капец, блин.
Это был рынок понедельник в районе Оба-Аланья. Рынок здесь по понедельникам.